В Мангистау продолжается общереспубликанская акция «Осетр-2019». Рейдовые мероприятия направлены на пресечение фактов браконьерства и защиту фауны Каспийского водоема. Данная акция проходит в нашей Атырауской и Западно-Казахстанской областях. На этот раз сотрудники региональной инспекции застали правонарушителей, как говорится, с поличным. Однако последние смогли уйти от преследования за счет более мощной техники. Ежегодно в Казахстане проводится акция «Осетр». Правоохранители стремятся снизить факты браконьерства и не дать нанести урон популяции краснокнижных обитателей моря. Однако силы инспекторов не позволяют 100% охватить подотчетную территорию. На 6 сотрудников имеется лишь 2 плавсредства типа «Байда». По сравнению с прошлым годом, количество подобных фактов уменьшилось. Об этом сообщалось и в СМИ. Мы видим результаты совместных мероприятий с Комитетом национальной безопасности и полицией. В рамках данной акции в этом году запланирована масштабная работа. Обычно рейды начинаются с раннего утра. Начинается прочёска акваторий излюбленных мест браконьеров. Те же, в свою очередь, постоянно меняют локации. Вся изъятая рыба, если она не погибла, опускается обратно в море. В поле зрения инспекторов на этот раз попалась байда. Браконьеры, завидев преследование, быстро сбросили улов и орудия лова в воду. Правонарушители, прибавив скорости, начали уходить от погони. От камеры свои лица они поспешили скрыть. Прозвучали предупредительные выстрелы. Мощность инспекторского судна не позволяет осуществлять преследование, и эта проблема вносит свои пагубные коррективы в борьбу с браконьерством каждый год. Но, несмотря на это, эти отважные люди все равно выполняют свой долг. Проведено 94 рейда. Возбуждены как административные, так и уголовные дела. Рыбу мы стараемся отпускать в естественную среду обитания. Несмотря на нехватку мощной техники, мы предотвратили ущерб государству на 36 миллионов тенге. Стоит отметить, что борьба с браконьерством ведется не только на море. Проверяются вокзалы, воздушные гавани и автовокзалы. Перевозка краснокнижной рыбы без соответствующих документаций запрещена и карается по закону. Руслан Агаев, Сабит Амангельдиулы, Каспий Акпарат.